Всем-всем большой привет! Сегодня я получила свой заказ в компании Faberlic по 14 каталогу. У нас, к сожалению, когда только открывается каталог, надо ждать 10 дней своего заказа. Это очень долго, конечно. В понедельник мы делаем заказ, и лишь в среду, через неделю, мы получаем его. Долго. Ну, неважно. Заказ уже у меня, и я хочу с вами им поделиться. Соскучилась, вы представляете, соскучилась я по первым средствам для мытья посуды. Долгое время пользовалась малиной и сейчас купила яблочко. Но вы знаете, так как у нас есть жидкое мыло для кухни с яблоком, то аромат для меня такой знакомый как будто. И вроде ничего нового. И с огромным удовольствием, когда увидела, что скидка на средства с алоэ вера, 139, кажется, было по каталогу. Я взяла и прямо приятно. Он пахнет, ну, чем-то таким травяным. Конечно, в любом случае аромат на любителя, но мне он нравится. С удовольствием им буду пользоваться вновь, как раньше. Для разнообразия всегда хочется что-то вернуть. Подруга у меня взяла, чему я была очень рада, водный спрей, освежитель воздуха, цветочный букет. Мне так нравится дизайн. Вот такие букеты, мне кажется, это самое уютное домашнее украшение. Вот именно такие вот букеты. Очень красиво, такое разнообразие цветов. Ну ладно. Аромат очень приятный, действительно цветочный. Я не использовала пульверизатор, я отвинтила и понюхала сам флакон. Подруга говорит, все тестируй, все смотри, и я с удовольствием это сделала, не растерялась. Следующее то, что взяла у меня подруга, это дезодорант для интимной гигиены. У меня такой есть и у моей мамы. Но вы знаете, вот мама пользуется, у нее все в порядке, у меня он немножко вызывает аллергическую реакцию. Мне попадает каким-то образом в горло, и я начинаю кашлять. Минуты три прям вот сильно бьет кашель. Причем я его использую не на тело, а на одежду и очень-очень далеко от себя. То есть никогда я начинаю одевать эту одежду, а заранее, то есть издалека я пшикаю, отбегаю. Но все равно почему-то он попадает в горло вот, при вдохе, что ли, не знаю. Хотя я не дышу даже в это время, но зная, что вот у меня почему-то кашель начинает сразу бить, но вот почему-то это происходит. Ну, это не то, чтобы я там вот задыхаюсь или еще что-то. Но вот минуты 2-3 я прямо откашливаюсь. И поэтому я им чаще не пользуюсь, чем пользуюсь. У мамы спрашиваю, она говорит, вообще все прекрасно, вообще никакой реакции нет. Видимо, это уж моя особенность. Новинка в каталоге была про руки. Этот крем купила моя подруга, причем она взяла все 4, которые были представлены. Вы знаете, я так этому обрадовалась, потому что себе я не могу купить крем для рук. У меня их много. Мне много подарков делают, девочки присылают. Поэтому, ну, чем-чем, а кремом для рук я не бедствую. Поэтому я была рада, что я смогу подержать в руках эти приятные тюбики, посмотреть, покрутить, повертеть. Первый крем для рук комплексный уход. Он раньше был в таком голубом дизайне, да, наверное, помните. Он классно впитывается в руки. Если вам нужно работать с бумагами, это замечательный крем. Депантенол, масло подсолнечника и аллантоин входит в него. Следующий крем, который взяла подруга, это надежная защита. Масло жожоба, воск пчелиный входит. Но защита, это значит, получается, как бы невидимая перчатка, наверное. Вот. Вот такой вот симпатичный. Так, следующий крем. Нет, это уже бальзам. Бальзам для рук, интенсивное восстановление. Масло шиде, пантенол, масло облепихи входит. Вот такой вот красивый. Так. И еще один четвертый крем для рук, питания и смягчения с маслом макадамии и витамином Е. Вот такой красивый тоже. Все они идут не зафольгированы, но вот так вот запечатаны в защитную заглушечку. То есть ее надо снимать сначала, и только после этого сможете открыть упаковочку. Очень это радует. Мне нравится, что Faberlic так
хорошо защищает свои продукты. Ну и своей маме я взяла, у меня было несколько карточек, и вот взяла вот такой крем для рук, комплексный уход, потому что это ее любимый крем. Вот. И одну из карточек я потратила вот на этот крем. Вторую карточку была хорошая скидка, 50, кажется, процентов вот подруга истратила. И третью я сейчас тоже покажу. Дальше декоративка. Тоже подружка себе взяла вот такую тушь. Говорит, открывай, смотри кисточку, потому что сразу буду пользоваться. Тушь это называется, я не знаю, сейчас сразу найду или нет. Да, найду. Революционный объем 12,5 миллилитров. 55-76 у нее артикул. И давайте щеточку посмотрим. Так. Мне понравился ограничитель. Вам, наверное, будет его не видно, потому что свет не так падает, как хотелось бы. Но очень хороший ограничитель. Ничего не пачкает. Туши достаточно видно на кончике ее. И вот такая сама щетка. Надеюсь, будет действительно революционный объем, и тушь оправдает ожидания, потому что у меня подруга очень большой удар всегда ставит и на туши. Это то, что она в первую очередь красит. Для нее тушь это самое главное. Потом идет помада. Ну и помада. Помаду подруга тоже взяла. Это 4584 артикул. А сама помада, сейчас скажу, как называется. Сатиновая губная помада «Сияние в цвете». И сам цвет «Розовое солнце» называется. Но помаду я открывать не буду, потому что у меня у мамы такая есть тоже, вот 4584, и я вам покажу, ну, нашу. Вот такая она красивенная, она плотно ложится на губы и дает очень красивый цвет. Ну, правда, очень красивая. Мне она нравится. Вот такая вот. Давайте я ее так оставлю для красоты, чтобы вам было тоже видно. Следующую помаду я взяла уже себе. Когда-то мне ее дарила Жануля. Это помада из серии «Сияние в цвете», кажется. Сейчас скажу. Увлажнение. Увлажнение в цвете. Увлажнение обещают аж до 8 часов. Ну, не знаю, так ли это. 45,99. Это мой самый-самый любимый цвет. «Натуральная роза» называется. Вообще, Жануля, за нее огромное-огромное спасибо. Если смотришь, прям не устану благодарить. При моем количестве помад она у меня закончилась. Вот я этот цвет истратила полностью. И по ней я скучала и решила заказать. Но заказала я ее по баллам. Давайте я вам покажу цвет. Вот такая она красивая. Очень красивая помада. Ну, она красивая для тех, кто носит такие помады и кому они идут. Это естественно, потому что когда мне показывают, например, коричневую, говорят, ну, очень красивая, а мне не идут коричневые цвета. Я думаю, ну, какая же она красивая. Ну, на самом деле, естественно, все это красиво для тех, кому это идет. Ну, и последнее, что я взяла себе. Взяла и потом пожалела. Это новинка. Вот это вот золотая помада. Где у нас артикул-то? Где-то я... Вот. 43067 артикул. Почему пожалела? Потому что не угадала с цветом. Я сначала заказала, а потом у девочек увидела те цвета, которые мне очень бы хотелось. Взяла я себе вот такую. Розовую. Сейчас скажу, как называется. Даже и называется как-то с розовым связано. Так, вот я себе взяла вот эту первую. Утонченный розовый. Вот. Это она. Так, каталог бы не закрывался, потому что я покажу, какие мне понравились в итоге потом. Она ложится так вот нежно, мягко. Достаточно светлая.
У меня пигмент губ, я уже много раз говорила, ну, практически отсутствует. И она у меня немножко губы выбеливает. Поэтому чуть-чуть хотелось побольше цвета. Но я ее не буду закрывать, оставлю так. Вам посмотреть, если будет интересно. И вот так вот все три смотрятся цвета. Ну, хотелось бы поярче немножко. Но вы знаете, если честно, то, что мне хотелось, оно похоже вот на эти два цвета. Сейчас я вам покажу. У Викули Попридухиной я увидела и прямо влюбилась. Так, я у нее увидела, сейчас покажу. Вот этот совершенно ягодный. Может быть, он на ней так красиво, а мне не пойдет, конечно. Но мне он очень понравился. И также я у Ольги Рогалевой, когда смотрела свотч, мне понравился вот этот очаровательный карамельный. Вот эти два цвета очень-очень мне понравились. Действительно, ну, красиво. На губах красиво. Вот. Но взяла себе такой. Если носить не смогу, то у меня есть кому отдать. У меня такие светлые оттенки идут моей сестренке. Она у меня блондинка. Вот. Вот такой у меня был заказ. Мне кажется, очень даже симпатичный. Такое разнообразие небольшое. Есть и декоративка, и немножечко новинок, но и при этом не перегруженный заказ. Сейчас все есть, и почти ничего не надо. Но, тем не менее, заказ все равно получился. Всем спасибо за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Надеюсь, я была полезна и чем-то интересна. Всем пока!